Во-первых, попробовать себя в бою, в реальном, профессиональном. Многому научиться, оценить свои силы, а также это попытка заявить о себе всем, особенно тем неизвестным, которые способны что-то сделать. Это, конечно, площадка для того, чтобы себя проявить, показать, заинтересовать потенциальных заказчиков, в конце концов. Даже, вовсе, может быть, и не стать победителем, но увидят, что есть способности, есть силы, умения, и могут пригласить и другие заказчики, которые также приходят и смотрят результаты конкурса. Собственно, это мировая практика вообще. Для начала попытаться глубоко осмыслить тему и делать как для себя самого. Это дает самый лучший результат.